эфире вечерняя информационная программа. С вами Алмаз Ашим. Добрый вечер. Тюркский совет предложено повысить до уровня организации, а до 2040 года разработать тюркское видение. Нурсултан Назарбаев, назначенный почетным председателем Тюркского совета, озвучил ряд предложений на саммите в Баку. Нынешняя встреча ознаменована тем, что изменился состав совета. На правах наблюдателя в саммите участвует Венгрия, а Узбекистан теперь полноправный член. С подробностями Айгуль Адилова. Бакинский саммит Тюркского совета хоть и окрестили историческим, но присоединение к организации Узбекистана все же процесс не из ряда вон. Ну и плюс прагматика, торговля, экономическое сотрудничество с государствами, близкими своей культуры и истории. У истоков всех организаций, на которые сегодня опирается Тюркский совет, работающий на сближение стран, стоял первый президент Казахстана. Выбор проведения юбилейного саммита выбрано не случайно. Культурному центру Азербайджана, где по обычаю и проходит такого уровня мероприятия, предпочли пятизвездочный отель, где остановился Ельбасы Нурсултан Назарбаев. С глубоким уважением к почетному председателю совета, объясняют азербайджанцы. А это глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган дает пресс-конференцию перед вылетом в Баку. Комментирует предстоящий визит и важное решение Тюркского совета, которое было принято по его инициативе. Саммит совпадает с десятилетием Тюркского совета, созданного в рамках Нахчеванского соглашения, одобренного 3 октября 2009 года Турцией, Азербайджаном, Казахстаном и Кыргызстаном. Кроме того, на Бакинском саммите его полноправным членом стал и Узбекистан. Такой шаг позитивно скажется на работе Европейского офиса Тюркского совета, который открылся в Будапеште месяц назад. В рамках саммита первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву присвоено почетное звание председателя Тюркского совета. Саммит начался позже запланированного времени. Возможно, сказалась длительность бесед. Вот Нурсултан Назарбаев о чем-то увлеченно говорит с Шавкатом Мирзиёевым, президентом Турции и Азербайджана. И очередной совместный снимок, вошедший в историю. И вот важный момент. Теперь уже почетный председатель Тюркского совета награжден высшим орденом Тюркского мира. Ельбасы приложил немало усилий в создании и последующем развитии Тюркского совета. Он принимал участие во всех встречах глав тюркских государств, играл ведущую роль в реализации многих проектов Тюркского совета. Руководствуясь целью укрепления связи между тюркскими государствами, Нурсултан Назарбаев инициировал процесс перехода казахского алфавита с кириллицы на латиницу. Выражаю вам искреннюю благодарность за то, что вручаете мне самую высокую награду Тюркского совета. Я сделаю все возможное, чтобы и в дальнейшем развивать и укреплять дружбу и сотрудничество между тюркскими государствами. Это высокая честь, и я продолжу принимать активное участие в работе нашего общего дома, созданного по моей инициативе. Тюркский совет, по сути, отражает многовекторную казахстанскую внешнюю политику. Сближение стран тюркского мира с самого начала было одним из важнейших стратегических направлений Нурсултана Назарбаева. Тем более, что в самом Казахстане проживают представители почти всех тюркских этносов. Тюркская интеграция – это одновременно вопрос как внешней, так и внутренней политики. И именно поэтому стратегически важный. Главной задачей моей работы в этой организации было сближение наших государств. Поэтому благодаря объединению мы добились этой цели. Я очень рад. Сегодня развивается тесное сотрудничество. Около 160 миллионов наших соотечественников. Наряду с этим сегодня всем известно, что образовалась в мире сложная политическая ситуация. Она связана с противостоянием и кризисом доверия могущественных государств мира. Иногда даже возникают спорные вопросы и среди наших стран-членов Совета. Конечно, в таких ситуациях мы не сидели сложа руки, совместно находили пути решения проблем. И так нужно делать и дальше. Как известно, Ельбасы никогда не ограничивается простой констатацией фактов или проблем. Для него важно действие, а значит решение любых вопросов. Сегодня перед Тюркским Советом стоит задача определить новые горизонты ввиду быстро меняющейся повестки. Нужно подготовить программу будущего тюркского мира до 2040 года.
В этот документ необходимо внести долгосрочные задачи тюркоязычных государств и пути их решения. Таким образом, мы своим народам в названный период предложим основное в тюркской интеграции. Благодаря этому внешняя политика, торговля и транзит, туризм, инвестиции, энергетика и зеленая экономика, малый и средний бизнес как главенствующая сфера развития наших государств дадут равномерный рывок к взаимной интеграции. Также сегодня Казахстан проводит небывалую строительную работу в колыбели тюркского мира, городе Туркестане. И здесь мы должны, объединившись, вложить общие усилия для его развития. Нурсултан Назарбаев обращает особое внимание на важность ускорения интеграции стран тюркского мира. И вопросы экономики здесь играют особую роль. Общий объем ВВП стран Совета составляет больше $1,5 триллиона. А членство Казахстана и Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе открывает для тюркских стран многомиллионный рынок. Интеграция интеграции, о чем всегда говорит Ельбаса. Сформирован класс предпринимателей в нашей стране, имеющий широкие возможности деятельности как внутри страны, так и за ее пределами. Фондом развития предпринимательства до сегодняшнего дня 36 тысячам бизнесменам выделено около $1,5 миллиарда льготного кредита. В 2018 году доля частного сектора в ВВП нашей страны составила 85%. В последние 16 лет экономика Азербайджана выросла более чем в 3 раза. Повестка этого саммита – развитие малого и среднего бизнеса. Вот, к примеру, узбекские бизнесмены выстраивают отношения в новом для себя формате – формате тюркских стран. После вхождения Узбекистана, Туркенеш, она еще быстрее будет развиваться именно в плане бизнес-сообщества. Развитие бизнес-сообщества без всех этих стран было бы не совсем правильно. Сейчас получается, она как бы… Вот и сейчас получается, с одной стороны, еще Венгрия входит в наблюдательный совет. Мы думаем, что таким образом будет воссоздан великий шелковый путь. В 5 государствах, входящих в этот совет, проживает больше 120 миллионов людей. Это государство с огромным потенциалом. И сегодня проводятся совместные работы, связанные с логистикой, производством и другими направлениями торговых отношений. Бизнес тюркских стран сегодня все еще сталкивается с проблемами. Торговые барьеры, к примеру, которые государства выстраивают для защиты своих экономик. Есть потенциалы для развития морских перевозок. Здесь предстоит работа по модернизации портов, разработки новых торговых маршрутов. В течение 6 месяцев этого года увеличили свой внешнеторговый оборот больше, чем 30%. Азербайджан вложил странам Тюркского совета больше $15 миллиардов инвестиций. Дело в том, что на самом деле потенциал очень большой. Нурсултан Назарбаев уверен, странам тюркского мира сегодня важно идти в ногу с мировым прогрессом. В эпоху глобализации тюркским народам важно оставаться сплоченными, усиливать взаимодействие в политике, экономике, развивать науку. Это и поможет стать еще ближе друг к другу, больше взаимодействовать и развиваться. Всем вместе на благо каждого. Айгуль Адилова, Айдос Медельбеков, Айдос Серикполула, Хасен Умаркулов при поддержке телерадиокомплекса президента Хабар-24, Баку. И там же в Баку состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с президентом Турции. Стороны обсудили текущее состояние и дальнейшие перспективы процесса интеграции стран тюркского мира. Также Ельбаса и Реджеп Эрдоган обменялись мнениями по вопросам обеспечения региональной безопасности и стабильного развития стран Евразийского континента. Напомню, Нурсултан Назарбаев прибыл в Баку, чтобы принять участие в 7-м саммите Совета сотрудничества тюркоязычных стран. Сегодня же прошла встреча Нурсултана Назарбаева с главой Узбекистана. Первый президент Казахстана отметил результаты в социально-экономическом развитии соседней страны, достигнутые под руководством Шавката Мирзиёева. Товарооборот двух стран составил рекордные $2,5 миллиарда. В свою очередь Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что успешное сотрудничество двух стран во многом было достигнуто благодаря мудрой политике первого президента Казахстана. Для наших отношений самое главное, то, что Казахстан и Узбекистан – это близкие, братские и очень важные партнеры и соседи, в этой части мы сделали очень много. А что товарооборот достиг $2,5 миллиарда, этого никогда не было. За 1 год вырос на 28% и имеет хорошую перспективу.
Я со своей стороны 100% поддерживаю все ваши начинания. То стратегическое наше отношение и те результаты, которые у нас достигли между двумя странами, благодаря вашей мудрой политике и доброй воле нашего с вами. И на самом деле, как вы уже сказали, у нас результаты очень значимые, и это дает пример и региону тоже. Президент Казахстана провел совещание по экономическим вопросам. Касым-Жомарт Токаев отметил, в целом макроэкономическая ситуация в стране стабильная. Основные показатели показывают положительную динамику, но вместе с тем проблемы диверсификации отечественной экономики, продуктивной занятости, доходов населения, доступности социальных благ полностью еще не решены. По словам президента, от качественной реализации стратегических программ зависит решение основной задачи – повышение уровня жизни населения. Касым-Жомарт Токаев поручил разработать комплекс мер по сохранению макроэкономической, финансовой и социальной стабильности страны при различных сценариях развития ситуации в мире, а также акцентировал внимание на задачах нынешнего этапа реализации стратегии «Казахстан-2050». Мы сегодня специально собрались, чтобы обсудить вопрос по усилению развития нашей экономики. Все вы знаете, что мировая экономика нестабильная. Вокруг Казахстана также складывается особая ситуация. Мы не должны стоять на месте, а должны двигаться вперед и развиваться. Сегодня необходимы новые идеи, новые взгляды. Поэтому мы должны обсудить дальнейшие пути развития. Касым-Жомарт Токаев принял председателя Конституционного совета Кайрата Мами. Президента проинформировали о мерах по реализации потенциала основного закона с учетом итогов проведенной конституционной реформы. Также Кайрат Мами доложил о ходе подготовки общенационального плана мероприятий, приуроченных к 25-летию Конституции Республики Казахстан. Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии Синдзо Абе в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими от тайфуна Хагибис. От имени народа Казахстана и от себя лично глава государства выражает соболезнования семьям погибших и разделяет их скорбь. Президент Казахстана желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Между тем, число жертв разрушительного тайфуна Хагибис растет. По последним данным, погибли 73 японца. Пропавшими без вести числятся 14 человек, более 200 раненых. Тайфун вызвал сильные дожди, шквалистый ветер до 40 метров в секунду. Из-за этого реки вышли из берегов, разрушены дамбы, вода затопила жилые районы. Наибольший урон стихия принесла префектурам Фукусима, Мияги, Канагава, Сайтама, Нагано и Синдзуока. Напомню, Хагибис прошелся на территории Японии в минувшую субботу. К другим темам. Только 25% онкобольных казахстанцев обращаются в клиники на ранней стадии рака. Остальные приходят с уже запущенной формой болезни. На сегодня в стране 180 тысяч человек борются с заболеванием. И половина из них выздоровели, но с учета их еще не сняли. Об этом мы не только говорили эксперты на Всемирном саммите лидеров в онкологии. Участники обсудили новые методы борьбы с этим коварным недугом. Подробно расскажет Марала Манжолова. Строить новые онкодиспансеры, обучать врачей за рубежом, выделять больше финансов на лечение больных раком. Эти и другие предложения прозвучали на саммите онкологов. Мировые эксперты призывают вырабатывать индивидуальный подход к каждому отдельному пациенту. И, конечно, внедрять новые методы в диагностике и лечении рака. Около 15 лет назад уровень лечения онкологии в Иордании был низким. Пациентов мы отправляли за рубеж, как сейчас нередко поступают в Казахстане. При этом мы имели специалистов и хорошее оборудование, но ситуация оставалась плачевной. Изучая опыт других стран, в частности США, мы поняли, что у нас хромает менеджмент. И что какой бы богатой ни была страна, без менеджмента и должной организации результатов не будет. Тогда мы изменили подход. Поэтому такие площадки очень важны. Обмениваясь знаниями, специалисты могут применять положительные опыт в своей стране. По словам экспертов, лишь четверть обратившихся за лечением казахстанцев приходят на первой стадии болезни, остальные с уже запущенной формой. При этом ранняя диагностика в разы повышает шансы излечиться от страшного недуга, но избавляется от него лишь половина заболевших, тогда как в США этот показатель достигает 80%.
Мы можем в течение месяца информировать население о скринингах, но потом эта информация забывается. Эту работу нужно проводить в течение всего года, так как ранняя диагностика – залог выздоровления. Люди должны знать, что на это выделяются средства, что все бесплатно – МРТ, КТ. Нам необходимо усилить информационную работу. Мы все знаем, что при первой стадии мы можем сделать 100% вылечить нашего пациента. Например, при раке легкого только 70% приходит уже с распространенной стадии. При раке печени 90% приходит при распространенной стадии. Поэтому, конечно, нашему населению необходимо один раз в год проходить эти профилактические осмотры. К сожалению, на заболеваемость мы не можем повлиять. Мы можем повлиять на выявление ранней стадии, на профилактические мероприятия и, конечно, на снижение смертности. За последние годы смертность от рака снизилась. Если 5 лет назад онкология уносила жизнь более 20 тысяч людей в год, то сейчас около 15 тысяч. Но работа в этой области предстоит еще большая. К примеру, как выяснилось, некоторые компании на онкобольных делают деньги, отправляя их лечиться за рубеж и получая определенные бонусы, тогда как то же лечение проводится и в Казахстане. Это тоже своего рода бизнес. Мы с ними начали связываться и начали выявлять эти случаи, когда они просто приходят в палату к пациенту и к маме предлагают провести, давайте мы соберем деньги под вашего ребенка и соберем эти финансирования и будем, значит, отправлять. В основном это по детской онкологии проводится. Все эти вопросы казахстанские специалисты могут обсудить с зарубежными коллегами на Всемирном саммите лидеров в онкологии. В нем принимают участие более 350 делегатов из более чем 70 стран мира. Саммит продлится еще 2 дня. Марала Маджолова, Ербол Даиров, Ержан Рахманбердиев, Хабар 24. Семья советует не тратить деньги на дорогие обследования за рубежом. По их словам, все необходимое медоборудование и профессиональные специалисты есть и в Казахстане. За последние годы Центр ядерной медицины и онкологии города шагнул настолько вперед, что это позволило в разы улучшить диагностику и лечение онкозаболеваний. За последние 10 лет, по словам медиков, смертность от рака понизилась. 60-летняя семичанка Любовь Латушко порог онкологического центра первый раз переступила 3 года назад. Тогда, почувствовав недомогание, она решила обследоваться. После скрининга у женщины обнаружили рак и определили самую последнюю, 4-ю степень заболевания. Пациентку прооперировали и назначили комплексное лечение. Сегодня, спустя время, ей есть что сказать другим. Везде все проверилось, но сказали, что онкология. Мне по-женски онкология 4-й стадии, но я уже 3-й год хожу. Я чувствую себя нормально. Надо вот как сказать, что надо именно иметь силу воли, чтобы она была у тебя, эта сила воли, никогда не падать духом, чтобы было все всегда хорошо. Бояться этого не надо. Пусть наши женщины все постоянно приходят, проверяются, чтобы они скрининг проходили. Вот чем раньше они это пройдут, тем лучше. Проходить скрининг жители Семийского региона действительно стали чаще, но скорее не по собственному желанию, а по требованию участковых врачей. Но порой даже в таких случаях выявить раннюю диагностику злокачественных новообразований становится уже поздно. Ежегодно только по Семийскому региону выявляется около 1500 человек с новыми случаями злокачественных образований. К сожалению, на сегодняшний день мы, как статистики, можем констатировать факт, что около 20% нашего населения все-таки приходят к нам в запущенной стадии заболевания. Это население, которое сидит по домам, это вот те люди, которые отказываются от скрининговых программ, отказываются от прохождения каких-то профилактических мероприятий. Заболеваемость злокачественными новообразованиями на сегодняшний день мы не можем сказать, что из года в год растет. Он имеет волнообразный характер. Сегодня на учете в онкологическом центре состоят около 8 тысяч человек. За последние 10 лет, по словам медиков, умирать от рака стали реже. 3-й месяц благодаря комплексной программе по борьбе с онкозаболеваниями жители не только Семейского региона, но и всей республики, имеющие подозрение на злокачественное образование, могут бесплатно пройти обследование и получить консультативную помощь. Наша онкослужба, она работает по мировым стандартам. То, что у нас применяется и применяется, то, что и в Америке, и в Южной Корее, и, например, в Японии, в других странах, эти методики обследования и методики диагностики и у нас есть. Поэтому нашим многим пациентам советуем не выезжать за рубеж, не тратить много денег. Такие же суммы выделяются и на наших пациентов.
эти же лекарства в рамках ГБМП и у нас дается на бесплатной основе. Вот именно наша онкология, она, по-моему, самая сильная онкология во всем Казахстану. Где бы только бы они не были, но они приезжают сюда, в нашу симпалатинскую онкологию, и здесь им дают какое-то самое лечение. Вот оперируют, и химия людей поддерживает, людей вылечивают. Людям хорошо становится. Некоторые говорят, ой, это химия убивает, что тяжело. А я считаю, что по собственному опыту, что химия, она помогает. Большим прорывом в онколечении, говорят специалисты, послужил бы и дополнительный корпус Центра ядерной медицины, в котором вот уже шестой год простаивает дорогостоящее оборудование. Медицинское учреждение, на возведение которого было потрачено 6 миллиардов тенге, был построен с грубейшими нарушениями. По оптимистичным прогнозам, его откроют через 2 года. Асем Утешева, Берег Жобалайлы, Хабар 24, Семей. Около 500 молодых актюбинцев приняли участие в акции «Подари другому жизнь». Кровь сдают студенты, госслужащие и депутаты в возрасте до 35 лет. Средняя потребность медучреждений в день составляет до 100 доз. В основном нуждаются родильные дома, хирургические и онкоотделения. Самая востребованная в регионе – третья положительная группа крови. Активными донорами сегодня являются около 5000 жителей области в возрасте 30-40 лет и преимущественно мужчины. Сейчас различные аварии, различные операции делаются, сколько крови уходит. Вот эту кровь мы хотим добавить, чтобы не ощущалась нехватка крови в городе. В Казахстане стало больше мошенников, которые хотят заработать на благотворительности. С начала года к полицейским столицы с подобными заявлениями обратились уже порядка 15 человек. Обо всем подробно в нашем сюжете. Срочно требуются деньги на лечение. Ящики с такими объявлениями часто можно встретить в общественных местах. Одни люди вкладывают туда деньги, а другие, наоборот, забирают. В последнее время в Казахстане стало больше мошенников, которые стараются заработать на благотворительности. То есть, по сути, обманывают доверчивых людей, собирая пожертвования. С начала года только в столичный департамент полиции с подобными заявлениями обратились уже порядка 15 человек. Родители тех или иных детей, которые болеют, либо обращаются в фонды благотворительные, то незамедлительно здесь же регистрируется заявление, обращение. И по данному факту проводится досудебное расследование по статье «Мошенничество», а именно 190-я статья Уголовного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа. Начиная от штрафа до 1000 месячных расчетных показателей, либо лишение свободы до 10 лет. Все чаще люди просят о помощи, но на самом деле в ней не нуждаются. Проводим эксперимент. Чтобы проверить, действительно ли парень с этого объявления страдает инвалидностью и сам просит деньги, звоним хозяину урны для пожертвования. В магазине в одном стоит ящик, где написано, что вам требуется помощь. Это действительно вы ставили? Да, это мой ящик. Я только показал свою справку об инвалидности, документы, ты пенсионный знаешь. Однажды ходит человек с моим фотографией и говорит, что вот этот человек попросил, чтобы мы ему передали собранные деньги. Ему сказали, пускай этот человек сам придет и заберет их в коммунал. Без его разрешения или без его присутствия мы ничего не выдать. Страдают от мошенников не только авторы вот таких одиночных объявлений, но и целые благотворительные фонды. В ловушку мошенников не так давно угодили и представители одной из студенческих организаций. Мы помогли одной коммерческой организации. Деньги были нужны для того, чтобы купить продукты, для того, чтобы обеспечить купить вещи детям. Через некоторое время узнали то, что это вообще не пошло в благотворительность, и мы были в ужасном шоке, потому что тогда мы 2 дня ходили в холодную зиму, ничего не кушали. Впрочем, что уж говорить о молодежи, когда мошенники не боятся прикрываться именем довольно известных благотворителей, например, таких как Аружан Саин. Поэтому прежде чем перечислить деньги на чей-либо счет, фонде советуют лишний раз перепроверить достоверность информации. Вот, например, в нашем случае, да, мы создавали такой прозрачный процесс сбора средств и прозрачный процесс того, куда эти деньги направляются. На сайте нашего фонда постоянно, сейчас уже на еженедельной основе, публикуются отчеты, сколько денег пришло. Любой человек может увидеть свое пожертвование, ну, если только не СМС. Публикуется отчет, куда деньги пошли, какой ребенок, какую помощь получил.
По информации на сайте egov.kz, сегодня в Казахстане зарегистрированы больше 30 благотворительных фондов. Однако, судя по всевозможным объявлениям в интернете, благотворительным акциям, флешмобам, таких нелицензированных организаций огромное количество. Поэтому перед тем, как доверять, их нужно обязательно проверять. Ирина Панфилова, Анастасия Великжанина, Омирбек Езимов и Асхат Каракойшеев. Хабар 24. Сейчас с нами на прямую связь выходит исполнительный директор Национальной волонтерской сети Татьяна Миронюк. Татьяна, добрый вечер. А с какими проблемами сталкиваются те, кто занимается благотворительностью? И как вы считаете, нужно ли как-то регулировать эту сферу? Добрый вечер. Еще хотела сказать спасибо за приглашение. Конечно, несомненно, есть проблематики. Хочется сделать акцент на том, что в 2015 году принят закон о благотворительной деятельности, и, соответственно, естественно, он устарел. То есть его нужно менять, нужны какие-то рекомендации, необходимо какую-то базу сделать более удобной и плодотворной для благотворительных организаций в том числе. Ну и плюс есть, конечно, подводные камни, когда ты регистрируешься и так далее, и вообще, как правильно проводить эти деньги. Опять же, налогообложение. Все плохо читают, наверное, какой-то и как раз-таки законы, и, может быть, подзаконные акты, и неправильно закрывают свои налоги, в том числе фондов, которые занимаются благотворительностью. Чтобы наша картинка была более корректной, можно попросить вас смотреть прямо на камеру. Я напомню, у нас прямая связь. И следующий вопрос. Татьяна, немало проводится благотворительных акций, и желающие помочь это, разумеется, делают. Но скажите, вот как узнать, не попадут ли собранные деньги в руки мошенников? Есть ли какие-нибудь меры контроля данного? Узнать всегда на самом деле очень тяжело, потому что вы всегда с добрым сердцем отдаете, наверное, какие-то денежные средства. Я хочу сказать, что вообще люди легко идут на такой контакт, нежели на волонтерскую какую-то деятельность, где нужно участвовать, как действие делать, да? Нам легче отдать какие-то средства и так далее на благотворительную помощь. На самом деле просто проверяйте. Проверяйте данные, факты. Например, если проходит какой-то концерт и так далее, позаботьтесь о том, чтобы увидеть того, кому вы перечисляете эти деньги. По интернету где-то какие-то источники всегда очень сложно проверить. Но опять же, те, кто действительно занимаются этой практикой, лучше, конечно, делать какие-то взносы через фонды, посмотреть. Если вы напрямую перечисляете, то увидьте этот контакт, позвоните этому человеку, хотя бы просто поговорите с ним. И на улицах, когда у вас просят просто какую-то помощь, непонятные люди показывают какие-то документы, просто поставьте под сомнение лично для себя. Мне кажется, это ответственность каждого человека проверить факты, куда он перечисляет средства. Ну вот более надежно это все-таки благотворительные фонды. И может, есть какая-нибудь информация о том, сколько в Казахстане благотворительных фондов работают и как можно проверить их работу? Готовясь к передаче, я как раз подняла статистику посмотреть в интернете и увидела такой факт, что, оказывается, каждая третья неправительственная организация в Казахстане является общественным фондом. Для меня это удивительно. Я думала всегда, что больше всего общественных объединений. Фонды легко регистрируются, легко могут какой-то пакет документов собрать и, опять же, провести какие-то дополнительные акции. Главное, чтобы этот фонд себя зарекомендовал. Смотрите историю. Это, наверное, самый главный совет. Угу. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Я напомню, с нами на прямой связи была исполнительный директор Национальной волонтерской сети Татьяна Миронюк, а мы прервемся на небольшую рекламную паузу. Вы смотрите вечернюю информационную программу, мы продолжаем. Хотите оказать волонтерскую помощь, но, к примеру, не знаете, куда обращаться? Организаторы инициативы «Акселератор добра» расскажут, как это сделать. Новый проект призван связать тех, кто хочет помочь, с теми, кто нуждается в волонтерских услугах. Причем речь идет именно о физической помощи. Добровольцы уже оказали содействие 18 семьям. К концу октября инициаторы запустят сайт, где можно будет оставить заявку о желании получить помощь. Проект уже насчитывает 120 волонтеров. Цель акселератора добра – воспитание сострадания и добропорядочности среди молодежи.
Лица, которые хотят стать волонтерами, они тоже могут зайти к нам на сайт и уже тоже в цифровом формате заполнить заявку, что он хотел бы стать волонтером. И вы знаете, это очень важно. Почему? Потому что вот именно та мобильность, которая будет осуществляться, и координация, она на сегодняшний день очень своевременна. А в Южной Корее растет число благотворительных пожертвований. По данным Ассоциации специалистов по сбору средств, почти 40% жителей страны оказали помощь нуждающимся как минимум один раз в год. По закону спонсорская помощь налогом не облагается. Руководитель одного из благотворительных фондов Сон Чан Ик в интервью нашему каналу поделился историей своего детища. Сначала он оказывал помощь самостоятельно, но когда открыл фонд, бизнесмены охотно делали пожертвования. Сейчас организация помогает больным детям, пожилым и бездомным людям, сотрудничает с детскими клиниками. В случае, если родители не могут оплатить лечение, врачи рекомендуют им обратиться в благотворительную организацию. В фонде рассматривают обращения, как правило, принимают положительное решение. В год материальную помощь от организации господина Сона получают порядка 600 детей и почти 300 тысяч социально уязвимых граждан. Когда я рос, мы жили очень бедно и трудно, поэтому я, как никто другой, понимаю и чувствую. Поэтому с детства я мечтал и думал, что нужно заработать много денег, и занялся бизнесом, был сосредоточен на зарабатывании денег. Строя свой бизнес, я видел, что в обществе есть много людей, которые, как и я, жили трудно, и что некоторым было не по карману лечение. Я задался целью хоть как-нибудь помочь им. С такими мыслями я начал заниматься благотворительностью. Жители Каталонии возмущены приговорами лидерам каталонских сепаратистов. На улицы нескольких городов региона вышли тысячи человек. Они блокируют улицы, железнодорожные пути. В Барселоне активисты прорвались в аэропорт, из-за чего пришлось отменить рейсы. Чтобы наладить порядок, полиция разгоняет протестующих резиновыми пулями и дубинками. Об эскалации ситуации в Каталонии готов рассказать наш международный обозреватель Асем Хасенхаза. Асем, резиновые пули и дубинки – это уже очень серьезно. Есть ли информация о пострадавших? По данным местных СМИ, пострадали более 130 человек. Все они как раз-таки получили травмы возле аэропорта Барселоны. О протестах в Каталонии я подготовила подробный материал и готова его представить. Люди вышли на улицы Каталонии после вынесения приговоров лидерам-сепаратистам. 9 политиков и активистов получили длительные тюремные сроки. Их признали виновными в организации незаконного референдума о суверенитете и дали провозглашение независимости в регионе. Все это, напомню, происходило 2 года назад. Никто из подсудимых своей вины, конечно, не признал, а их адвокаты теперь намерены оспорить решение. Вердикт суда раскритиковал и вновь объявленный в международный розыск экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон. Приговор Верховного суда в отношении членов парламента, правительства и наиболее важных общественных организаций Каталонии подтверждает стратегию репрессий. Мести против всех тех граждан, которые искали демократический путь воплощения их желания в жизнь. Осуждая их, они осуждают более 2 миллионов человек, которые сделали возможным проведение референдума о самоопределении. Только на улице Барселоны вышли порядка 25 тысяч человек. Каталонцы требуют освободить, как они их называют, политических заключенных. Люди несут в руках импровизированные урны для референдума и скандируют, что снова повторят его. О судебном решении активисты говорят с гневом, отмечая, что их волю к независимости Мадриду сломить все равно не удастся. Многие из нас начали понимать истинные цели испанского правительства в отношении Каталонии. Такое происходит только с Каталонией. Почему? Потому что мы сильные, и именно поэтому нас пытаются задавить. Мы хотим освобождения политических заключенных. Европа, поддержи нас. Протесты только начались. Мы будем выходить на улицы, пока не добьемся своего. Я говорю о мирных демонстрациях. Я против насилия.
Но, как это обычно бывает, мирные протесты в итоге переросли в столкновения. В Барселоне акции продолжали всю ночь. Самая крупнейшая состоялась у местного аэропорта. Тысячи человек блокировали подходы к одному из терминалов. Еще несколько десятков устроили сидячую забастовку прямо внутри воздушной гавани. В результате полиции пришлось разгонять толпу резиновыми пулями и дубинками. Более 130 человек получили травмы. И как следствие от протестов страдают не имеющие к ним никакого отношения люди, в данном случае путешественники. Митингующие перекрыли дорогу к аэропорту. Многие пассажиры, да и сами члены экипажа не успели на посадку. В результате отменили около сотни авиарейсов. Я из Германии. У меня скоро рейс, а я не могу попасть в аэропорт. Ехали на такси, но в какой-то момент водитель остановился и сказал, что дальше проехать не сможет. Нам пришлось идти до терминала пешком. И пока Каталония восстает, Мадрид заявляет, что решение суда уважает. Узнав приговор Верховного суда, хочу выразить абсолютное уважение и соблюдение его правительством Испании. Судебный процесс был проведен с максимальными гарантиями, абсолютно прозрачно. Все граждане равны перед законом, никто не выше закона, мы все обязаны его уважать. В демократическом государстве людей судят не за идеи или политику, а за преступное поведение. Такого же мнения придерживаются и многие жители Мадрида. По их словам, мятеж против государства заслуживает наказания. Действия сепаратистов они сравнивают с сумасшествиями, отмечают, что каждый должен нести ответственность за свои поступки. Эксперты склоняются к тому, что приговор каталонским сепаратистам окажет влияние на настроение электората перед всеобщими выборами в ноябре. Алмаз, это все, что я хотела рассказать о протестах в Каталонии. Спасибо. Асем Хасенхазе поведала нам о том, что происходит в Каталонии. А мы продолжим выпуск. Более 6 миллионов тенге. Такую сумму требует солдата срочной службы, который пострадал на полигоне Бейнеу в июле этого года. От взрыва гранаты он потерял кисть руки и частично лишился зрения. Сам солдат Сергей Кошелев не согласен с обвинением следствия, и свою позицию он выразил в интервью нашему каналу. Подробности у Гульнары Хасан. Он мечтал стать офицером. После службы в армии хотел продолжить военную карьеру по контракту, чтобы помочь родным. Дома в Северном Казахстане его ждали мама, младшие братишки и сестренка. Однако все планы перечеркнула трагедия на полигоне. 17 июля этого года во время учений Сергею Кошелеву оторвало кисть руки взрывом гранаты. Трудно описать то состояние, в котором я увидела сына в больнице. Он перенес несколько операций. Министерство обороны просило не предавать дело огласке. Обещали помочь, мол, все будет нормально. Я понадеялась на порядочность руководства. Мне и самой тогда было не до СМИ. Стоял вопрос жизни и здоровья моего сына. Буквально неделю назад семья Сергея Кошелева узнала, что военно-следственное управление МВД возбудило против него уголовное дело. Еще два месяца назад по статьям «Халатное отношение к службе» и «Нарушение правил обращения с оружием». Парню грозит условное лишение свободы, а также выплата денежной компенсации в размере 6 миллионов 100 тысяч тенге. Сам молодой человек с обвинением категорически не согласен. По его словам, на полигоне в этот момент не должны были находиться боевые снаряды. Я на себя должен был радиостанцию одеть и показывать. Обычно плакаты там ставят, я не знаю, муляжи какие-то ставят. Обычно таких занятий не проводится. Ничего боевого туда не приносится. Про то, что там будет боевое что-то, вообще не было в этот день никакого инструктажа. Да, моя вина есть, то, что я взорвал ее, действительно. Я не должен был этого делать. Дело в том, что никто не говорил, что это нельзя это трогать, я не знаю, то, что она боевая. Там не было конкретно закрепленного человека, как потом вот сейчас говорят, что за радиостанцию, там, за гранату кто-то должен был отвечать, и солдат. У нас просто кто утром бесхозно ходил, забрали на полигон. И те руководители видели, когда я эту гранату брал. Никто мне не сказал, то, что положено место, почему, ты же связист. Адвокат семьи Намик Валеев в первую очередь планирует подать ходатайство на почерковедческую экспертизу. Он считает, что его подзащитного нагло клеветали. В материалах дела есть такие копии, где якобы мой подзащитный подписывался в неких инструктажах, где именно по этим основаниям будет возложена на него ответственность. Однако
мой подзащитный категорически отрицает о подписании данных росписей. Более того, не только его росписи, остальные росписи были проделаны задним числом. В графе моего подзащитного стоят росписи, однако он отрицает полностью, что это не его роспись. То есть она была уже сфабрикована, данный журнал. Мы намерены предпринимать действия, которые мы считаем в ходе досудебного следствия были приобщены к материалам уголовного дела, фальсифицированные, то есть подтасованные. И все эти документы должны быть тщательно проверены, вплоть до назначения экспертизы. Комментарий от Министерства обороны наша редакция ожидала более 2 месяцев. Официальный запрос был отправлен в ведомство через 10 дней после происшествия. Ответ должен был быть предоставлен не позднее 27 августа. Однако позицию министерства удалось узнать совсем недавно. В кулуарах правительства глава оборонного ведомства Нурлан Ермекбаев сообщил, если вина солдата будет доказана, часть вправе требовать денежной компенсации. Рассматриваются различные версии, в том числе нарушение требований безопасности самим военнослужащим. Если такая версия подтвердится, то в воинской части, в принципе, есть право требовать возмещения ущерба. Но пока преждевременно говорить о чем-то конкретно. Когда будет решение или вывод следственной группы, тогда мы сможем обсуждать, какое дальше действие предпринимать. Военная карьера Сергея Кошелева на этом закончилась. А вот судебные тяжбы, судя по всему, только начинаются. Ему на месте была оказана первая медицинская помощь. В дальнейшем проходил реабилитацию и лечение в условиях военно-клинического госпиталя, по окончании которой был представлен на военно-врачебную комиссию. И, учитывая увечья, нанесенные в результате минно-взрывной травмы, был уволен из рядов вооруженных сил по состоянию здоровья с исключением с воинского учета. Дело передадут в суд уже через месяц. Семья военнослужащего надеется на объективное рассмотрение этого громкого процесса. Гульнара Хасан, Ержан Рахманбердиев, Хабар-24, Нур-Султан. 15 миллиардов тенге в год требуется столичным автопаркам, чтобы сохранить прежнюю стоимость проезда. Вопрос повышения тарифа обсудили сегодня на конференции управляющей компании «Астана ЛРТ». Есть ли шансы платить прежние 90 тенге? Об этом подробно наши корреспонденты. Субсидии из бюджета или проезд подорожает. В Астана ЛРТ заявили о необходимости 15 миллиардов 700 миллионов тенге в год в виде субсидий для столичного общественного транспорта. Эту сумму можно заложить в бюджет на 3-летний период. В противном случае перевозчики разработают новые тарифные планы. Либо мы будем вводить какие-то новые тарифные планы, удобные для горожан, либо бюджет пересмотрит свои статьи. Сейчас вызывать волну там недовольства и какие-то негативные настроения смысла нет. Я думаю, что здесь мы найдем с акиматом какие-то приемлемые, разумные решения. Сумму, запрашиваемую для субсидий, удалось снизить за счет введения дифференцированного тарифа, то есть меняющейся стоимости в зависимости от вида оплаты. К тому же большую роль сыграло введение безналичных платежей. Часть денег, раньше оседавшая в карманах кондукторов и водителей, теперь в обороте автопарков. Прибыль удалось увеличить на 40%. Но и при таком раскладе все расходы не покрыть. Фактически себестоимость перевозки одного пассажира за 9 месяцев вышла 189 тенге. Вы видите разницу 90 тенге у нас составляет недополучение дохода. Естественно, это 90 тенге, у нас идет разрыв финансовый и приводит к убытку. Ежемесячно у нас порядка 550 миллионов, мы чистый убыток терпим, первый парк. По новой системе оплаты общественного транспорта столица живет уже год. За это время удалось проанализировать весь пассажиропоток. А вместе с тем выяснить, какой процент льготных категорий граждан передвигается в автобусах. В связи с этим и была определена потребность в субсидиях в размере 15 миллиардов тенге в год. В этом году на сферу выделили всего 6. Нам нужно в данном случае субсидирование. Почему? Потому что есть опыт Алматы. Там субсидировано, если озвучили какую-то сумму, она в полном объеме своевременно
переводят перевозчикам. Но нам с опозданием и неполной суммы мы получаем. В связи с этим у нас есть задолженности перед поставщиками запасных частей по ГСМ. Повысится тариф или нет, будет решено при утверждении бюджета на ближайшие 3 года. Доводы в пользу сохранения прежней цены приведены весомые. К тому же каждый день в общественном транспорте столицы происходит около 600 тысяч поездок. Автобусами пользуются больше половины жителей города. Каждый маршрут определен как социально значимый. Иван Тулинов, Омарбек Изимов, Хабар 24. Руководители 22 автобусных парков и почти 600 водителей Мангыстауской области были привлечены к административной ответственности. Профилактическое мероприятие «Автобус» проходит в регионе пятый день. За это время полицейские выявили массу нарушений. К примеру, самое распространенное – 129 фактов – это разговор по телефону. Многие водители пассажирского транспорта, находясь за рулем, отвлекаются на телефон. Некоторые пренебрегают нормами перевозки грузов. У некоторых вовсе нет обязательного техосмотра. Почти 35 административных протоколов составлено за нарушение правил маневрирования и скоростного режима. Профилактика аварийности сейчас особенно актуальна, ведь совсем недавно начался учебный год, а школьники – самые частые пассажиры автобусов. В настоящее время в рамках рейдовых мероприятий на штрафстоянку водворены 50 автомобилей. Еще более 500 нарушений выявили актюбинские полицейские в ходе республиканского ОПМ «Автобус». Водители общественного транспорта привлечены к административным наказаниям по ряду причин. Игнорирование ремней безопасности, превышение скорости, выезд на встречку, разговоры по телефону и отсутствие документов. Особое внимание в ходе мероприятия уделяется школьным автобусам. Стражи порядка напоминают об основных правилах перевозки несовершеннолетних пассажиров. В целях обеспечения безопасности детей при осуществлении перевозок, также при проведении массовых мероприятий, департаментом полиции совместного управления образования проводится встреча с директорами школ и колледжей, также представителями родительских комитетов. По перевозке пассажиров не менее до 3 суток должны уведомить заказчики органы полиции для обеспечения безопасности сопровождения. Отечественных производителей намерены привлекать в строительство интегрированного газохимического комплекса. Об этом говорили участники на специальном форуме в Атырау. Для реализации проекта в первую очередь нужны машиностроительные компании, предприятия по производству электротехнического оборудования, строительно-монтажные организации. О том, что наши предприятия уже научились делать и что от них ждут в проекте, расскажет наш корреспондент. Насосы и емкости, теплообменники и фитинги, трубы в ассортименте и кабель. Все это научились производить казахстанские предприятия, потеснив из проекта иностранных поставщиков. Заводу «Атарао Нефтемаш» доверено изготовление уникального сосуда, сплиттера диаметром больше 8 метров и весом в 1200 тонн. Такого сложного заказа казахстанские машиностроители никогда не получали. Цель этого проекта – оповестить о проделанной работе по казахстанскому содержанию, какие контракты сегодня успешно реализуются на этом проекте. Вторая цель – привлечь дополнительные контракты для увеличения казахстанского содержания. Третья цель – посмотреть потенциально на будущие проекты группы компании «Казмунайгаз» по увеличению казахстанского содержания. Потенциал у казахстанских поставщиков есть. В этом убедился генеральный подрядчик проекта, побывав на многих заводах. Они готовы поставить на комплекс десятки наименований продукции, емкости и теплообменные оборудования, металлические конструкции, трубопроводную арматуру. Еще одной целью данного форума является информирование отечественных производителей о том, что они могут быть не только поставщиками продукции данному заводу, но и рассмотреть возможность дальнейшего производства из полипропилена другой продукции. Ну, то есть это уже повышение переработки. Производство полипропилена начнется в 2021 году. Выпускать из него можно тысячи наименований готовой продукции. Виктор Сутягин, Тимирал Сунгазиев, Атырау, Хабар 24. Спутниковый телеканал «Казах ТВ» теперь будет вещать и в Армении. Об этом руководство агентства «Хабар» договорилось на крупнейшей всемирной выставке аудио- и видеопродукции «МИПКОМ». Сегодня «Казах ТВ» вещает в 118 странах мира на 5 языках одновременно. Канал рассчитан прежде всего на зарубежную аудиторию, которая интересуется историей, культурой и природой Казахстана. Агентство «Хабар» планирует через сотрудничество с крупным дистрибьютором обеспечить свое присутствие на территории Армении через кабельные и спутниковые сети.
Все-таки казахские и армянские народы всегда были дружны, всегда были близки друг к другу. В Казахстане большая армянская диаспора сегодня проживает, и очень много выходцев из Армении, те, кто вернулись на историческую родину из Казахстана, я думаю, с удовольствием будут смотреть наш контент. На этом закончим, но вернемся немного позже.